Из увеселительного заведения в наркодиспансер. Правоохранительные органы провели рейд по выявлению наркопотребителей в ночном клубе. Название не указывается, но, судя по оперативному видео, клуб находится на Большой Московской рядом с Золотыми воротами. Полицейские приехали туда по наводке. В мероприятии были задействованы кинологи со служебными собаками, что позволило выявить лиц с признаками опьянения. Их доставили на освидетельствование в областной наркодиспансер. Если результаты анализов окажутся положительными, потребители запрещенных веществ привлекут к административной ответственности. Одним департаментом больше. В администрации области создается департамент инноваций и импортозамещения. Это не временное явление, как подчеркнула губернатор Орлова. Импортозамещением мы будем заниматься и после кризиса. Об этом было сказано во время визита к нам вице-премьера Голодец. Да, мы побывали на предприятиях по выпуску лекарств и товаров для прокладки электрических коммуникаций, которые как раз активно работают над импортозамещением. Чиновницы заявили, что такие предприятия могут рассчитывать на государство. Государственную поддержку и в форме субсидий, и в виде снижения налоговой нагрузки. Вообще в области сейчас около 180 предприятий занимаются импортозамещением. Останутся без света. Завтра с 9 утра до 5 вечера электроэнергию отключат на улицах Луневская, Селецкая и Шерманиха. Это связано с ремонтными работами на подстанции в Оргтруде. В связи с этим жители частного сектора просят соблюсти элементарные меры безопасности. Проверить распределительные шкафы, предохранители и электрические соединения. АО «Владэнерго» заранее приносит извинения за доставленные неудобства.